Флирт освобожденный. Интернет-СМИ сообщили о том, что на свободе оказался основатель журнала для взрослых Дмитрий Зяблицев. Издателя осудили за создание империи по оказанию интимных услуг. Вместе с женой Станиславой Казаковой он открыл крупную сеть притонов и диспетчерских с миллионными доходами. Свою деятельность супруги прикрывали глянцевой макулатурой пикантного содержания. Яркие брошюры с объявлениями жриц любви распространялись на улицах бесплатно. В 2015 году Зяблицева и Казакова задержали в роскошной пятикомнатной квартире в центре Москвы. Итальянская мебель, золотые унитазы, камин. В сейфе крупная сумма денег. Дмитрий Львович, а поясните нам, пожалуйста, откуда у вас данные денежные средства? Я же сказала, это мои денежные средства. Ну, я задаю вопрос Дмитрию Львовичу. Накопили. После задержания супругов полицейские закрыли и типографию, где печатались буклеты. Она находилась в Ленинградской области. За организацию проституции Зяблицев получил 3 года колонии. Его супруга Станислава Казакова 2 года условно. По всей видимости, освободившийся сутенер вернется в свою пятикомнатную квартиру и будет помогать жене. Она внезапно стала модельером.